Всем привет! В эфире канал Turkish People. Меня зовут Елена. Я вам рассказываю про жизнь в Анталии. Когда мы часто снимаем видео про постоянное место жительства в городе, как здесь жить и как здесь хорошо устроиться, вы мне в комментариях пишете: а покажите нам магазины мебели, а покажите нам самую дешевую мебель. Ну вот, мы, кажется, это сможем вам сделать. Еще вы спрашиваете, а есть ли в продаже вообще БУ техника, БУ мебель? Да, в Турции тоже продаются, это называется Икинджи Эль. И такие маленькие магазинчики есть в каждом районе, даже вот и мы в Лимане видели. Но в данный момент мы находимся в Кипезе. Мне просто кажется, что в Кипезе будет самое дешевое. Мы вот стоим на улице Ешил-Ирмак Джадеси. Здесь вот ходит много транспорта. Доехать из центра сюда очень просто. Здесь проходит трамвай, но это вторая линия трамвая. Это не который едет еще из центра города, а от Алтагара. Это магазин, видите, называется Spot, и написано, что здесь топ-тан фиатына, то есть оптовая цена. Единственное, что неудобно в турецких магазинах мебельных, у них нет ценников, и все надо спрашивать. Ну а если нет ценников, это, соответственно, еще предполагает, что можно поторговаться. Доехать сюда просто. Это находится на улице Ешил-Ирмак Джадеси. Вот мы сейчас прямо на ней стоим. Просто на этой стороне нет остановки. На противоположной, в обратную сторону вам ехать, есть остановка, и там вот она, 10936. А вот эта остановка называется Ешил-Ирмак Джадеси 17. Если вы едете из Кони-Алты или от Марка Антали, то вам подойдет автобус ВС-18. Если от Алтагара, то можно доехать на автобусе ВФ-02. Из центра города также еще ВФ-01 идет автобус сюда. В общем, здесь проезжает трамвай, но пока вот трамвайная линия не соединена еще с другой предыдущей. Но ближайшая остановка трамвая здесь Гюндоаду. Выходите здесь на автобусной остановке и проходим вперед. Кстати, в обратную сторону, если пройти, там тоже есть несколько подобных магазинов, но в ту сторону гораздо больше. Там вот это спот магазина, там новые вещи продают. Пойдем и поздороваемся с хозяином магазина. И попробуем поспрашивать. Мераба. А бурда хершей ене? Вот здесь все новое. Вот какой большой магазин. Давайте мы начнем спрашивать, наверное, самого важного, это у нас кровати. Фиатына не кадар бер? 700 лир. Şöyle takımı 400. Ama sabit bazı açılmıyor. Не открывается вот этот. Şu açılmıyor. 400. Şu yatağı şunu atarsak 600. Fiyatlarımız uygun, biz toptancıyız. Yani fiyatlarımız çok uygun. Смотри, диванчик есть. А вот şu ne? Şu şöyle takım olarak 1100 lira. Это 1100 лир стоит. Şöyle masalarımız var, 330 TL. Ne kadar? 330 TL. 330. Это значит будет, раз говорят 330, значит за 300 продаст. Еще смотри, сюда входят и стулья в комплект. Мы вот такой, кстати, тоже покупали, у нас дома есть. Потому что он чем удобный? Они раскладываются, такие вот столы. Ну, есть и получше стулья. Вот. Ну, да. А что на кадр? 500 лир. Ну, это обычно диванчик, он просто раскладывается и все. Можно спать, и разные цвета вот у них есть. Вот видите. А вот... 600 лир. Вон еще цвета какие у них есть. Посмотрите, видите здесь? Вот обычный простой диван, который раскладывается, можно спать на них. А вот тут сделано под дерево. Это вот. До лап на кадр? А такамы, это полностью все. Сюда варишь, да? И вот это, и шу, это такэмэ. 2200 тэлэ. 2200 лир. Это все вместе, 2200 лир, вот эти шкафы и вот это. Смотри, еще тумбочки. И еще тумбочки, это для спальни мебель. Шу тарзда олурса,
1400 TL. Сюргюде умерся. Там 1400. Вот это вот 1400 лир. Тоже, видите, зеркало везде. Это любят в спальню ставит. Есть и белого цвета. Угу. Бияс, айны фиатами? Айны фиатами. Белый тоже. А вот смотри, еще стол какой. Четыре столика. Четыре разных столика. А фиат на кадар? 120 лир. 120 лир. Вот четыре столика таких. Разные цвета есть там снаружи еще. Вот это стол красивый. А вот это? Таким образом 850 лир. Все вместе это грубо. 800 лир. Все вместе это стоит. Вот могу отметить то, что стулья хорошо сделаны. Ну, стульчик, да, вот это. Это полностью все комплектом продается. Да, разных цветов. Да, и это все новое. Здесь мебель. Шумлар не кадар? Шуле 250 лира. 230-200. От 200 лир до 250. Вот тут подставки под телевизор. Угу. Смотри, какой стол красивый, интересный. Ну, да, вот. Интересно. Пойдем дальше смотреть, что у них на улице есть. На улице здесь вот шкафчики небольшие. О, здесь вот тоже такая же самая стоит. 270 тл. 200 икиюс, 270 лир стоит вот такой шкафчик. Вот их много таких. Они не вот невысокие вы. Айна фиатен? 280 лир, айна фиатен. То же самое говорит. Ну это маленький шкафчик, этот невысокий. Это у них три дверцы и полочки. Да, есть. А вот комод есть. 200 лир. Ну, здесь такой же... очень дешевый. Да, и здесь также выбор вот столов есть. И вот, вот их на улице сколько и много посмотри, стоит. Вот это а он прихожая есть. Пойдем посмотрим. Прям даже не пройти. Да, покажем. Вот смотри, сколько много этих столиков. Они по 120 лир стоят. Ну, такая мебель и без претензий, обычная, просто будет новая. Вот она, печочки. Это. Ну, это в прихожей. Это в прихожей ставить. А вот их таких много здесь, вот раз. Давай мы. 250 лир. А вот кровать. Фиатный кадр. 200 лир просто это. А, я так? Я так. Тут кровать. Позарлык я побелирме? Да, я рядом с вами. Ну, в принципе, говорит, можно и торговаться. А на клеят я побелирме? Не да я. Для Диерма Халея. Анталия Мехезичина не япарус. По Анталии делают доставку, а не кадар не на клиент. На клиент уже цис. И доставка по Анталии будет бесплатна. Так что, в принципе, давайте еще раз покажем, что здесь есть. Работают они каждый день. Вот, дневное время. Вот видите, какие люди добрые. Спокойно приходите, с вами улыбаются, с вами будут разговаривать. Ну и говорят, что будем торговаться. То есть, прям запасайтесь, знаете чем? Ну, у него, конечно, есть свой калькулятор, прям со своим. Показывайте, спрашивайте, сколько. Чтобы спросить, сколько стоит не кадар. И вам говорят, и просто показывают, он будет вам писать на калькуляторе. И будете потом торговаться, нужно вам это или нет. Вот мне кажется, это вот самое дешевое место, которое мы знаем. Мы покупали мебель в другом магазине, мы делали себе на заказ, ну, просто под квартиру конкретно. Но если вы
снимаете в аренду без мебели, вот, купили самый простейший вариант, и будет у вас своя новая мебель. Ну а кого интересует бывшее в употреблении техника, то можно зайти вот в этот маленький вот такой магазинчик. Он находится прямо вот от Гюндоаду, остановка трамвая, это как ориентир. Здесь они позиционируют себя, что они все вещи из отелей, пансионов, что это вот вторая рука. Вот такой здесь небольшой, наш шкаф, холодильники, стиральная машина. Но это все вот бывшее употребление. Вот этот, смотрите, обклеено пленкой. Можем даже спросить. Хотя, нет, это тоже бывшее употребление, просто заклеено. Как торговаться и спрашивать? Уже еще раз повторяю, мы спрашиваем Некадар. Спрашивает, что это, проверяет, как это работает. Если нужно торговаться, говорит, индирим вармы, есть ли скидка, пазарлык, я полым, сделаем ли, поторгуемся. Сейчас мы спросим, сколько холодильник хотят вот за этот. No Frost. Вот как он выглядит. Двухкамерный холодильник. Афидесенес! Афидерсенес, буздала бы не кадар? Чок уджус. Уджус не кадар. 500 лир. 500 лир. За него просят 500 лир за этот холодильник. Ну, то есть вы поняли уровень цен здесь. Отур. Он предлагает присесть и поторговаться. Пойдем дальше. Здесь, вот, как обычно в Турции бывает, если один магазин что-то продает, рядом откроется еще 2-3 точно таким же ассортиментом, похожим. Вот мы немножко дальше прошли, вот здесь тоже находится мебель БУ. И также БУ бытовая техника. Ну, здесь как-то выглядит совсем вот страшненько, но у них внутри еще большой магазин, там вот мебель у них много. Если вас что-то заинтересовало, я вам объяснила и показала, как сюда доехать. Кипес совсем здесь недалеко. Очень быстро можно добраться автобусом. Ну, и также вы знаете, что доставка будет бесплатная. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы будем продолжать отвечать на ваши вопросы, снимать то, что для вас актуально. Пишите об этом в комментариях, что еще вы хотите увидеть. Мы обязательно туда сходим. Погода в Анталии наладилась, замечательно, мы теперь можем ездить куда угодно и не ждать, когда пройдут дожди. Вот в марте такая прекрасная погода в Анталии, мы про нее тоже будем снимать. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Еще у нас есть Инстаграм, и я там тоже отвечаю на вопросы. Поставьте лайк, ну а чтобы поставить 2 лайка, расскажите о нас своим друзьям. Не забудьте нажать на колокольчик, да, точно вы не пропустите наши новые видео. Я вас всех люблю, всем пока!